Дорогие земляки, Сирели Гаэль, дорогая наша армянская молодежь, в этот дождливый прекрасный воскресный вечер я обращаюсь к вам в своем следующем ролике, который, как я считаю, безусловно, очень и очень важный. Я непосредственно хочу обратиться к вам, к нашей армянской молодежи, живущей в Киеве. И не только к армянской молодежи, живущей в Киеве, ко всей армянской молодежи по всему миру и особенно в Украине. Я хочу, чтобы вы были очень активны, потому что помню и требую, это не просто слоган, это не просто слова, это реальные наши действия по признанию первого геноцида 20 века, который совершила Османская империя, убив больше 10% нашего армянского народа, уничтожив, вырезав женщин, детей, пожилых людей. И я хочу, чтобы 23 апреля вы были вместе с нами в нашей армянской апостольской церкви. И хочу, чтобы не только вы, не просто вы пришли сюда, я хочу, чтобы вы взяли своих родителей, своих дедушек и бабушек, и своими семьями собрали здесь, в нашей армянской апостольской церкви. Я хочу, чтобы те, кто из вас не были в нашей церкви, увидели эти прекрасные хачкары, которые стоят за мной. Я хочу, чтобы вы увидели наш храм, в котором происходит каждое воскресенье служба. Я хочу, чтобы вы увидели нашу трапезную. Я хочу, чтобы вы увидели наш основной прекрасный храм, который, даст Бог, мы общими усилиями очень и очень скоро достроим. Я хочу, чтобы вы не просто сюда пришли, а чтобы вы пришли сюда семьями и сделали слоган «Помню и требую» и превратили его в реальность, потому что это действие от каждого из нас, армянина и армянки. А сейчас за мной. Поэтому в этот вторник, 23 апреля, здесь, в нашей армянской апостольской церкви Украинской епархии, в этом храме нашем прекрасном, на этом алтаре, возле этого алтаря, будет проведен молебень, служба в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. Больше полутора наших земляков-армян, которые были уничтожены в варварской дикой Османской империи. И я хочу, чтобы вы были с нами. В 19:15 начнется служба, молебень по невинно погибшим армянам в Османской империи. Но я хочу также вам еще раз сказать то, что я говорил в предыдущем видео, обязательно его посмотрите, что те, кто хотят участвовать после молебня в действии, которое будет во дворе нашей церкви, вам необходимо здесь быть в 18:45. Поэтому я всю нашу армянскую молодежь, которая живет в городе Киеве, и я надеюсь, что в своих городах, кроме Киева, во всех других городах вы сделаете нечто подобное. Потому что, как я уже сказал, девиз «Помню и требую» – это не просто слова, это не просто слоган, это реальные действия. И мы, как армяне, необходимы, должны его реализовать действия. Если ты хочешь быть с нами, то будь с нами, своим твоим голосом, своим шагом, своей семьей. Возьмите своих родителей, возьмите всю свою семью и будьте с нами 23 апреля в 18:45 здесь, в Армянской апостольской церкви Украинской епархии. Все, что мы делаем под Богом, и правда все равно восторжествует. Преступления и Османская империя будут наказаны, и они ответят за свои поступки. Но от каждого из нас, от голоса каждого из нас – зависит, когда это будет и как это будет. И сегодня наша Родина стоит перед большими вызовами. И поэтому мы вас призываем присоединиться к нам.
Мы вас ждем.